лютеин, желтые моркови и его изомер зеаксантин накапливаются в центре сетчатки глаза, также известной как макула. Это единственные каротиноиды, которые проходят через барьер сетчатки и образуют желтое пятно в глазу. Макула улучшает зрение благодаря своим характеристикам фильтрации света. Они также являются мощными антиоксидантами и необходимы для здоровья глаз. Эти каротиноиды защищают глаза от болезни, поглощая вредный синий свет, попадающий в глаза. Лютеин также является наиболее доминирующим каротиноидом в ткани мозга и основным каротиноидом в развивающемся мозге сетчатки приматов. Количество лютеина в детском мозге вдвое больше, чем в мозге взрослого человека, что указывает на его роль в росте нервной системы. И он может играть роль в биологических функциях, включая антиоксидантную, противовоспалительную и структурную активность. Он защищает нервную ткань, особенно в младенчестве, когда сетчатка и мозг постоянно находятся в состоянии изменений после рождения. У взрослых он связан с когнитивным здоровьем, а его добавки улучшают когнитивные способности. Высокое потребление лютеина, около 6 мг в день, связано с низким риском мышечной дегенерации в пожилом возрасте, хотя фактическое потребление лютеина у взрослых колеблется от 1 до 2 мг в день. Он также может предотвратить образование вредных свободных радикалов, таких как активные формы кислорода, посредством физического или химического тушения синглетного кислорода.